Меня зовут Инна Стан, вы смотрите программу News Time. Прямо сейчас о самых ярких событиях шоу-бизнеса. News Time. 30 октября при поддержке Bridge TV Classic в Санкт-Петербурге пройдет концерт певицы Сары Брайтман. В рамках мирового тура на выступлении в БКЗ «Октябрьский» артистка представит новый альбом «Hymn 9». News Time. Дуэйн «Скала» Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером мира. По версии журнала Forbes, он заработал за год почти 90 миллионов долларов. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Девочка, которая хотела счастья. В этом году группа «Город 312» празднует день рождения. Отметить свои 18 лет команда решила сольным концертом в Москве при поддержке Bridge TV «Русский хит». Не зоны доступа. Название группы в честь родного города Бишкека, чей телефонный код 312. Через несколько лет после основания музыканты, или как они себя сами называют, горожане, переехали в Москву и рискнули записать первый альбом на свои собственные средства. Вскоре надежды оправдали себя, появились первые хиты и саундтреки к фильмам, после чего о группе узнала вся страна. Это место знаково для всей музыкальной Москвы, но особенно дорого группе «Город 312». Именно здесь они впервые представили свой дебютный альбом. Но спустя 18 лет музыканты вновь выйдут на ту же сцену, но уже известные на всю страну. Нам тогда было неважно, в принципе, ну как бы важно, но не до такой степени, какой звук. Мы настолько были рады тому, что у нас появилась возможность презентовать наш альбом, что, поверьте, ни к чему не придирались. Сейчас, конечно, даже уже на чеке мы начинаем выпендриваться, и там нам это не так, то не так. Сейчас «Город 312» готовит 5-й по счету альбом. Когда за плечами богатый музыкальный опыт, кажется, что этот процесс не может быть сложным. Но не обошлось без трудностей. Например, вокалистке Айе врачи недавно запрещали петь из-за аллергии. Сколько препаратов она выпила? Что было? У нас получалось так, что мы концерты-то не можем отменить, как бы такое дело. А на студию меня уже не хватало. Впрочем, «Города 312» на концерте хватило всем. Подтверждение тому – полный зал в Москве. И теперь остается только гадать, что же ждет фэнов на 20-летний юбилей. Всем привет, мы группа «Город 312», а вы смотрите… Bridge TV. News Time. Друзья, на этом новости шоу-бизнеса подошли к концу. С вами была Инна Стан, вы смотрели News Time. Пока. News Time.